ее тяжело поднять на землю. Но вместе с тем получается она высокого качества, да? Ну, это не из-за этого, из-за того, что она там высокого качества, из-за того, что глубоко. Ну, вот здесь просто такая вот залежь хорошая попалась. Видно даже, вот попробуй, что вот одна чистая нефть, ни воды, ничего. И даже по весу можно понять, что нефть хорошего качества.